Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня 29 сентября. Мы находимся в селе Акбай на поле, где фермер высаживает капусту Центурион от компании Клаус. Как видите, да, вот массив капусты здесь все. Высажена капуста была в конце мая. Возраст рассады был порядка 35 дней. И вот на данный момент можете оценить, какой результат. Качаны красивые, крупные. Вот обратите внимание, листья, да, какие. Тоже здоровые, мощные. Очень хорошая капуста. Прекрасно здесь себя чувствует. Полив, как видите, арычный, не капельный, но при этом все равно результат отличный. Капуста сама Центурион идет, срок созревания у нее 100-110 дней. И средний вес качана порядка 4 килограмм. Буквально через несколько уже дней, может быть через неделю, фермер будет производить сбор капусты, но она наберет свой вес, или вес тот, который необходим фермеру для уборки, то есть можно тут регулировать немного. Также можно регулировать массу, вес качана, густотой посадки, то есть если вам нужна капуста покрупнее, то есть сажайте чуть-чуть ее посвободнее, тогда качаны будут крупные, там даже до 6 килограмм. Если нужна капуста, небольшие вам качаны нужны, то нужно загустить немного, то есть там до 40 тысяч растений на гектар, и тогда будете собирать там, ну, 3,5-4 килограмма будет средний вес качана. Очень устойчива эта капуста к многим болезням, нетребовательна к условиям, прекрасно получается как на юге Казахстана, на севере Казахстана, ну и в других странах тоже этот гибрид я прекрасно зарекомендовал. Гибрид Центурион. Сажайте, получайте хорошие результаты. Спасибо за внимание. До свидания.